помогает сестра Юля. Знакомьтесь. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ну что, начнем прием? Ну давай. Хорошо. Кто по записи? Проходите. Проходите. Здравствуйте, доктор Укол. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, моего домашнего животного появились лишние белые пятна. Покажите. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот это животное, ой, доктор. Ой, какая замечательная кошечка. Доктор, подходите. Будем делать осмотр. Посмотрите. А вам точно кажется, что у нее есть лишние белые пятна? Да, да, еще вчера перед сном у нее белых пятен не было. А теперь смотрите, сколько белых пятен появилось. Этого раньше не было, это нужно вылечить обязательно. Ну что, доктор, будем делать осмотр? Да. Надо сначала послушать, наверное. Да. Давайте. А вот. Нет, вот. Хорошо, одевайте. Я люблю вот такой. Давайте я вам помогу. Слушайте, доктор. Так, ну что? Дышите. Не дышите. Дышите. Не дышите. Дышите. Так, ну хорошо, меряем давление, доктор. Давайте я помогу. Вот на лапку. Надуваем и смотрим. Кусачий зашкаливает у нас. Нам тут говорят. Так, ну хорошо, меряем температуру. Может, в температуре проблема, доктор? Давайте померяем температуру. Давайте температуру. Ну несите термометр, что же вы ждете? А вот он. Возьмите. Спасибо. Пожалуйста. Ну что? Называем тосточек. Значит так. Ему нужен укол в спину. Сестра, доставайте обратный укол. Ну хорошо, доктор. Достаю. Спину обязательно. Спину обязательно. Укол прямо в спину. Неужели? Ой, прям в спину, прям укол сделали. Ну все. Ну вот, как вы и хотели, белых пятен нет. Да, точно, белых пятен нет. Но доктор, мое животное было намного больше. Что же вы наделали? Срочные справки. А то я буду жаловаться. Ну тогда синий укол. Ой, прям укол. Ава! Ну вот, он вырос. Да, посмотрите, ваш котик вырос. Вы довольны? Что вы опять наделали, доктор Укол? Да. Это же не животное, это ребенок, вы же посмотрите. А у меня была маленькая пятнистая кошечка. Если вы сейчас все не исправите, я вызову милицию. Да не волнуйтесь так. Чтобы превратить мальчика в кошечку, нужен просто черный укол. Правильно, доктор? Да. Пускай из помешки. Хорошо, доктор. Уже делаю. Где там наша попа? А вот она. Доктор Укол, так что укол будет прямо в попу? Да. Попа обязательно. Колите, доктор. Подходите. С той стороны обходи. Подходи. И прям коли. Не бойся, коли. Вот так. О, выдавливай. Ого! Прям укол. А ну. Вот ваша кошечка, и она здорова. Идите, не мешайте мне работать. Извините, доктор, я думал, это можно изменить. До свидания. До свидания. Когда не лечите здоровых кошек. Они этого очень не любят. Нет. Всем пока. Всем пока. Увидимся на канале Волк.